На самом деле, как вот показала абсолютная практика, что доминирующее силище американское заставляет через весь земной шар управлять этим. И сегодня Европа правдами-неправдами легла под Америку, что тоже неправильно. И когда-то, так сказать, созданный Евро и в Евросоюзе мог сопротивляться и даже, так сказать, был укрупнением. Сегодня все опять легло под этот самый страшный доллар, под их всевозможные шаги американские. Поэтому я, так сказать, для меня, вот что происходит, потому что каждые 15 минут тот же Порошенко бегал, значит, спрашивал, что мне дальше делать. Это что это такое? Где кто находится? С другой стороны, я же говорю, что не сильно-то их и кормят, поэтому хотя бы за газ заплатить, все равно им не дают денег, потому что они тратят, бог знает куда, и так далее, и так далее. И вот в этом тупике оказалось, что доминирующей главной силой, самой страшной силой является как раз кто? А является Америка. Америка, под которой лежит и Германия, и Франция, так сказать, две самые сильные страны, потому что остальные так сказать, даже не могут рот открыть, понимаете? Дело не в Греции там, а в Италии, которая на ладан дышит экономикой своей, понимаете, и более-менее крепкий там Австрия, Швейцария, которая не хочет ни с кем связываться, вообще не участвует в этом всем, как выяснилось, провалили та же Англия. А вся Европа, вот эта часть, просто, так сказать, сидит под немецкими, французскими знаками. И все легли под Америку. Вот и получилось, что сегодня американцы... Почему я говорю, что Россия была единственной, которая могла сопротивляться? Но еще и параллельно, еще есть страшная сила – это арабский мир, в котором тоже творится такое жуть, такая... И вот этот вот... Сегодня исламское государство, которое это очень страшная вещь, это все проспали. И что они делали, потому что огромные, так сказать, проблемы и с банковскими делами, по которым ходят деньги и так далее. Так далее. Это, так сказать, тоже вот другая сила, которая сегодня точно так же действует. И чудовищное количество иммиграции, которое на Европу падает, на голову. Слава богу, у нас, правда, своих хватает бывших республик, которые нас задолбили так, что мы уже не можем... Понимаете, и не бывшие, а, так сказать, наши республики, которые в системе в это. Не хочу, так сказать, все и так все понимать. Я просто говорю, что и Европа, так сказать, теперь в ужасе кряхтит от того, что на них падает на голову и арабский весь мир, и сейчас полезут еще. Поэтому ответа вот такого я знаю только одно, что вот существует две силища, американская и наша. Если раньше Европа, как-то все-таки, так сказать, с нашей, хоть чуть-чуть стороны была, не очень, но вот все равно мы режим, так сказать, прямой экономики не могли себе позволить. Если, то сегодня и Европа вся отвернулась от нас. Виноваты мы? Наверняка. Сказать, что Европа абсолютно права, тоже не совсем. Где-то средина такая. Хотя вот я только что был в Австрии, и когда водитель такси спросил, откуда, я говорю, из России, он закричал, Путин, very strong, во-во, Путин, very strong. Вот им нравится такая жесткая политика нашего президента. Вот и пойми, значит, получается, что в сопротивлении всей этой силищи мы в мире одни сопротивляемся всем остальным. Это очень страшно.